Роза Рымбаева не умела готовить в первый год замужества. Об этом народная артистка рассказала на съемках клипа саундтрека к фильму «Келинка тоже человек». Что же помогло неопытной хозяйке стать лучше? Поддержка свекрови. Я кроме яичницы ничего не умела делать. И мне кажется, здесь старание должно быть, желание сделать ту семью счастливой. Я думаю, что роль свекрови — это как мама родная, она должна принять достойно свою сноху, как родную дочь. Автором заглавной композиции комедии о злободневной проблеме выступил Алио Капов. Роза Куанышина была приятно удивлена работой сына, ведь он всегда писал только ритмичные, танцевальные, молодежные песни. Песня лирическая, песня душевная о семейном счастье. И когда мой сын Али писал эту музыку, он знал, для какого голоса, какая манера исполнения, стиль, направление. Поэтому лирическая, теплая песня получилась о счастье. На съемочной площадке появилась и исполнительница одной из главных ролей — Аминка Витаминка. В фильме она играет дочь семейства, которая живет с мамой, папой, бабушкой и дедушкой. Доброе утро. Доброе утро. Был не? А ваш палец? Был шар. Келинка – это которая дома убирается, кушать готовит, вещи стирает. Ну, как моя мама. Инешка – это, наверное, как моя Опашка. У меня в семье не как в фильме. У нас Опашка и мама любят друг друга. Релиз саундтрека планируется ближе к премьере комедии. «Келинка тоже человек» – семейная картина о том, как невестка и свекровь, живущие под одной крышей, меняются душами.